заложили рис, окончательно подлили кипяток, положили еще специи. И сейчас у нас заключительная операция по варке плова. Сейчас мы развариваем рис, который у нас был заранее замочен в воду на 1,5 часа. Сейчас мы его попробовали. Если он очень жесткий, можно добавить кипяток. Если он уже мягкий, кипяток можно не добавлять. Через 10 минут попробуем рис еще раз и решим, добавлять нам кипяток или нет.